Христос возлег к обеду приглашенный, дорогой дальней утомленный, в тени от зноя отдыхал. И вот в распахнутую дверь заходит женщина, рыдая, в руках своих сосуд сжимая, склонилась позади Христа. Свой тяжкий грех осознавая, не смел открыть свои уста, а слезы текут ручьем по щекам. Губы склонились Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком. Знал о том, если был пророком, но Христос сказал: об этом знаю, я простил ее, она святая. Пусть смотрят все, кто видит мог, она в безмолвии рыдает. Волосами утирает потоки слез Христовых ног, и дорогой разбив сосуд, елей на ноги выливает, святые ноги омывает под ропот многих голосов. Тому, кто вскоре пострадает во искупление грехов, слезы текут ручьем по щекам, губы склонились Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упреком, он бы знал о том, если был пророком, но Христос сказал: друг, стоявший в стороне, услышь призыв Иисуса нежный. Признайся, ты ведь тоже грешен и даришь душу суете. Ты не стыдись того, что круг твоих друзей тебя осудит. Скажи им, что их тоже любит великий милующий Бог. Кто вас любит, не будет в мире одинок. Пусть слезы текут ручьем.